Всем привет, ребята, это снова я, и сегодня у нас распаковка клевых тактикульных ништяков с Алиэкспресс. Мой тактический нож, поехали! О да, ребята, вот это, наверное, самый клевый ништячок из этой посылки. Посмотрите, качество просто бомбическое. У него даже все швы костей проработаны. А зубы, такое ощущение, что он сейчас хохотальник откроет и с нами заговорит. Тактическая ручка для заполнения тактических извещений на почте, ну или для любых других записей, бывает так сильно нужно, а нету. А это наключный вариант теперь всегда будет. А то из сяомишных, которые я заказывал в крайний раз, мне вообще ни одной не досталось. Чистая латунь, ребята. Уплотнительные резинки, тут еще целых 4 есть запасных в комплекте. Колпачок на резьбе. Вот здесь тоже резинка. Типа все водонепроницаемое. Очень плотненько вставляется, так даже прокрутить надо, и все. И тактическая ручка готова к тактическому применению. Отлично пишет, тонко, где-то 0,5, черный цвет. Запасной стержень в комплекте. Уа, кто-то скажет, что это за обрубок, что делать, когда кончится. Спокойно, ребята, берете любой паркерный стержень, пластиковый, вот точно такой же, только длинный. Или стальной, чикаете его по размеру и все. Проблем с расходниками не будет вообще никаких. Следующий, ребята, тактикульный ништячок. Вообще не знаю, нафиг бы он мне сдался, но он мне очень понравился. Куча вариантов с различным оформлением есть у продавца, мне понравился вот такой. Типа кулон, типа наключник, но это не просто патрон, а патрон капсула. К сожалению, не водонепроницаемая, никаких уплотнительных резиночек замечено не было. Можно положить последние пожелания, группу крови, резус-фактор, цианисты на всякий случай и завещание к нему же. Я положу аспиринку, цианид и мои заветы. И, наверное, буду носить сам. О, вариант. Можно написать адрес и подарить кошке, а то шляется где ни попадя. Гаечка, Гая. Кс-кс-кс. Ах, красивая кыся. Гае нравится, не тяжело? Только цепок тебе красивый сюда надо, и будешь вообще такой тактической кошкой. А, у Гаи патрон теперь есть красивый, да? Ай, кыся такая, о, брутальная котя. И последние, ребята, два ништячка из этой посылки, но уже чисто нажиманские бусины на темлячки. Костяшечка. И патрончик. Тоже латунь. И, ребята, хедлайнер нашей сегодняшней распаковки. Вот такая штука. Здесь у нас запасное колечко, запасной фитиль, запасной кремень. И вот такой мега миниатюрный, мега тактический источник огня.